Дима. Сейчас подожди, я тут, а то нам напишут, что я цвет не выровнял. Объясни, что мы будем делать. Значит, я тебя уговаривал 2 года прокатить меня на компрессорном роторе, значит. Ага. И значит, это сейчас произойдет. Да, мы сейчас будем заниматься уничтожением компрессорного ротора. Ага. И все это дело. Объясни, короче, людям сразу, почему такой звук. Потому что это ротор на прямом выхлопе с титановыми бочками. Это будет больно. Да. Так что... Как там, headphones, users, типа... Англичанин, любители слушать и смотреть ролики Бороды в наушниках, сделайте потише. Время самой лютой интеграции на этом канале. Дело в том, что начну предысторию знакомства с ребятишками, о которых вам сейчас расскажу. Где-то 2 года назад в Краснодаре мне пришло сообщение во всех мессенджерах, где мне сообщалось, что «Хей, бородатый, не хочешь интересненьких вещичек? Мы тебе подогоним». И значит, ко мне примчались ребята, я их видел лично, ржал им руки. Мне подогнали офигенную кофту, сказали, ничего не надо, вот носи, короче, кайфуй. Это оказались ребята, которые называются Saddler Store. Итак, коротко, ребятишка. Значит, они где-то держат в заложниках дизайнера, который им делает вот эти офигительные принты. Мало того, что вы их не найдете где-то в интернете, то есть это не скопированная штука, всю свою одежду они шьют где-то сами. Где, непонятно. Честно, до сих пор загадка. Ну, типа, моя мама говорит, что на мне вещи горят. Ну, как эта кофта 2 года у меня отслужила, я до сих пор не понимаю. Еще выглядит нормально. То есть принт не поплыл. Знаете, обычно покупаешь какую-то шмотку такой, 3 раза постирал, 1 раз в Енисеи покупался, пьяный в траве повалялся, и все. Больше носить нельзя. Нифига. Итак, ребяточки, ссылочки на них вы найдете в описании. Мало того, этих офигенно крутых типов я знаю лично. Мало того, что они максимально заинтересованы в решении какой-либо возникшей проблемы, так с ними еще и очень приятно разговаривать. Вы там найдете не только кофты, не только, конечно, сейчас же можно говорить свитшоты. Ну, у нас Сибири кофты. Вот. Так эти ребятки еще попросили у меня фотки чайзера и забабахивали вот такую вот футболку. Не, ну круто, не, мерч просто круто. Я сам не знаю, почему я не догадался так сделать, честно. Ну вот, у ребятишек можете все купить. И да, в день оплаты заказа сразу же товар отправляется на доставку. Это говорит вам о том, что это сразу же приедет к вам, и вы начнете это незамедлительно носить. Да, если учитывать, что они настолько офигенны, что мой корефанчик Димас отобрал у меня кофту, то я даже не знаю, что, как их еще порекомендовать. Так что, ребятки, проходите в ссылочке. Вот туда, вот в описании, вы там все найдете. Там еще на Инстаграм, вот это вот все. Переходите, пользуйтесь, носите и кайфуйте. Вот такие ребятишки. Не то. Походу, блядь, GZ продается, короче, Чаха продается, покупается, блядь, треугольная хуйня. Ломается, блядь. Вайспамится. Вайспамится, да, и пацан уходит из видеоблогинга навсегда. Ротор-то у меня есть уже, братан, так что... Блять, ну тема, ротор, тема, все, ротор, тема. Жизнь. Он, ротор, блядь, жизнь. Тут. Это. Подожди, надо вот так. Сцепление нажимай. И все, типа, больше ничего не надо. Подожди, сейчас тебе рассказывать буду.
Компрессор сейчас, короче, работает по принципу, если ты нажал больше 70% газа, то он включился. Перед заездом туманки включаешь, и муфта замыкается. Заезд проехал, туманки выключаешь, муфта размыкается. Да, с замкнутой муфтой долби. Все, чтобы понял. Нагрузок на ремень понял, не было, понял, чтобы понял. Он постоянно вращался. Все, ручник обычный, не гидравлика. Шестиступка задняя, если что, на месте первой, да. На вторую переключайся, тысячах на восьми. И, ну, резко, короче, она, скорее всего, не зайдет. А, скажи, на какой ты ездишь? На второй, все понял. Да. Все понял. Все, пробуй. Давай. Которая сейчас стоит, ты просто управляешь ей газом так, как она должна управляться, но при этом ты имеешь вот эту вот, короче, знаешь, когда ты можешь провалиться в более больший угол, типа она подвеска безбожно вайслабит, но и это есть охрененный плюс. Но она может ехать в любых углах. Абсолютно в любых. То есть у нее нет такого, что она только в большом, она только в маленьком. Она уперлась там типа в ебало и забуксовывается, такой хуйни нет, ты нажал и она поехала. Нажал, да. Поехала. Просто, и... да, говори. Короче, держака. Вот чуть-чуть побольше момента и чуть побольше держака. Вот тогда да, вот чуть. Ты, короче, ездишь, ты газ бросаешь. Да? Ты его притравливай. Нет. Аккуратно. Это ты ездишь, я понимаю, ты ездишь, типа ты как бы буст регулируешь. Я вэшка. Да. Здесь другая немножко тема. Мотор из-за того, что компрессор, он как атмосфера работает. Ты не бросай газ, ты приспускай его. Просто приспускай. Тут, короче, педаль всегда нажата, но. То есть ты ее просто чуть-чуть притравливаешь. Как сцеплением клатч-массаж делает, только газом, короче, то же самое. И, ну, в целом, все. Когда остываешь, газ не жми в палац, чтобы буста не наваливало. Вот это буст, минус 53. А я включаю? Да, он все равно включается от газа. Да, просто чтобы компрессор тоже продувался. Ну, это так. Ехать. Я эти блоки разъебу все. Да это нормально. Здесь, короче, много таких любителей. Я в них останусь. Yeah.
Это было прошлым летом, в середине января. Пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам. Дима, кажется, словил. Так, ну, это раз, это два, это три. Ну, склеим. Да ладно, он печатку стоит. Там светодиод дорогой. А, вот, ну да, светодиод живой еще. Все целое. Ну так, короче, коцка есть, но заполируется. Скажу одно. Эта платформа настолько небезнадежна в этом исполнении на этой площадке, что, блядь, охуенно. Ну, она, сука, как-то проще. В плане того, что, ты видел, я первый раз сегодня сел за руль этой Мазды, ты видел, как филигранно я так вокруг тебя. Да. Просто вот, а ты можешь, а с конусом видел исполнение? Ты можешь ее контролировать, да, на мелких скоростях, потому что шина, ну, не такая держаковая. Но это писец как интересно. Очень. Мне знаешь, какая хрень кажется? Когда закончатся, пойдут в ход RX-8. Надо покупать кузова. К сожалению, они уже сгниют все к тому времени, потому что она гниет. Вот это, наверное, самый живой кузов из дорестайлов, блин, во Владивостоке. Ну, один из. Ладно, есть еще одна белая хорошая. Есть еще леворуки. А они же вообще с запада почти все гнилые. Да. Может, вам везет. На юге, да. Слушай, короче, машина, вот ее прикол в плане управления именно в том заключается, что... Там нормально будет слышать? Да, можно только погромче говорить. Но ветер просто дует. Короче, она очень легкая. Ее всегда можно вытащить из угла, у нее никогда не лочит руль. Да. И... Вот это, кстати, тема. Я разогнался, я попробовал кинуть тачку с флипа, она поставилась и стабильно в нем вползла. Да. Вообще лють. Почему RX-8? Ну, то есть, столько, такое огромное количество платформ. Вон, Сильвии стоят, даже Импрезу можно зарядить. Скайлайны, Чайзеры, еще одни Скайлайны. Это тоже моя. Ну, эту я знаю, что твоя, это каркашная, которая. Вот. Почему RX-8? Слушай, да все просто, бабок не было на нормальную тачку. Всегда хотел спортивную машину, фанател там Need for Speed'ах от любых вообще гоночных тачек. Всегда хотел Супру 80-ю. Прям, я ссался кипятком, блядь, японская школьница от нее, блин. И, ну, к тому времени, как я денег первых заработал, супры уже стоили не 300 тысяч рублей, блядь, а, типа, там, атмосферная залупа стоила, там, уже, там, от 600 и 700. А у меня, ну, просто банально не было столько кассы. Было 300 тысяч рублей, я думал, что взять, обычную машину, типа, там, был варик у меня у Карифана, пробокс продавался хороший. И он, типа, пробокс стоил 280, и RX-8 стоило, короче, по итогу мне со всеми вложениями 280. Вот я купил RX-8, и все, понеслась. Я на ней попробовал первый дрифт зимой, попробовал тайм-атак, кольцо, грубо говоря, наше тут местное. Мне понравилось, блин, это хорошая платформа, она... Ну, конечно, не очень сравнение, наверное, там скажут там эти вот любители, блядь, ЖДМ, скажут, что как можно супру сравнить с RX-8, но первая передняя подвеска, два А-образных рычага, что там. Рейка спереди, даже подрамники, как бы, ну, они там чем-то похожи, блин, грубо говоря. Задняя подвеска, ну, у RX-8 хорошая, тоже многорычажка, там много всяких этих тяг, там рычагов нет, там все на тягах. Да. Это хорошая заготовка, хорошая платформа.
Просто, ну, как-то вот так сложилось в нашей стране, что их не ценят. Американцы сейчас, кстати, и европейцы стали очень сильно на них внимание обращать, потому что, ну, закончились нормальные машины. Сейчас, кроме Z-ки, нигде в мире ничего нормального не продается, ну, из бюджетного. Да, да, ну, да. Потому что GT86, оно же BRZ, это такая спорная машина, очень. Еще более спорная, чем RX-8, ну, лично мое мнение. Ну, она надежная ездит, но нахрен такая езда. Она надежная и ездит просто, угу. Невесело. Да, вот. Просто. А на этой херне, можешь, вот, пожалуйста. Да, делать, да, вот такие вещи. Причем, если ты помнишь, ну, есть видосы на канале, на твоем же, где мы на стоковой абсолютно, абсолютно 8, да, там бабашим по змеинке. Да, да, да. И она бабашила. Но она была по сравнению с этой для меня очень сложной в управлении, потому что я катался, и для меня она была а, слишком резкой, угу. И б, ну, я, короче, более на низких оборотах езжу. То есть ты едешь просто, не смотришь, надо никуда не надо смотреть. Потому что когда ты видишь 8000 оборотов, ты такой думаешь: Иисусе, трусы! Шо, и это куда? Даже не отсечки. Да? Это даже не отсечки, ты там на половинках едешь, и такой думаешь: ежики-картежники, как так оно вообще вывозит? Ну, едет. Ну, да, ну подвеска здесь, видишь, на этой машине гидравлическая рейка, здесь большое отрицательное схождение. Короче, здесь сделали, уменьшили Аккерман относительно стока, мне не понравилось. Тачка стала вокруг морды поворачивать, она на морду, как типа, перекатывается через колесо, mm-hmm. через переднее. Мне не понравилось. Мы Аккерман отыграли, грубо говоря, разведя колеса. Mm-hmm. Все равно не очень нравится, надо уменьшить Аккерман, либо еще больше развести колеса. Тогда она станет более прогнозируемая, вообще тогда в разворот тянуть не будет. То есть, если ее сильно резко кинуть, ее может развернуть, если держака на жопе не будет, если колесо закончилось. Вот. А так, подвеска хорошая, просто хорошая. Я слышал в каком-то там видосе, ну, я не буду врать, короче, по-моему, это был видос или что-то там интервью где-то или в Инстаграме. Угу. По-моему, у ХГК, у них была вот эта машина BMW, которая просто представляла себе пространственную раму, а сверху на нее от BMW 46-й пластик натянутый был. Mm-hmm. И там это сделано было для того, чтобы WiseFab тестировал свои подвески на этой херне. Потому что можно было любую точку крепления к раме приварить, любой подрамник поставить. И перенести. И вот Кристопс тогда, по-моему, говорил, ну, я слышал, ну, не знаю, блядь, у меня есть в голове это. Короче, это не проверенная информация, но она есть. Информация, но она есть, что вроде бы как на Киткаре в его соревновательном варианте стояла задняя подвеска от какой-то BMW, а переднюю подвеску они ставили от RX-8, потому что она типа им больше всех нравилась. Ну. Вот. Вариант? Вариант, короче, ребятки, рабочий. Тем более сейчас вышка стоит нормальная 800. Много. Да, да больше уже. Да больше. Наверное. Сильвию вы еще пойдите найдите. Да. Просто на вышку уже. Даже пойдите найдите. Пойдите найдите вышку. Да. Если собирать что-то из распилов и так далее, это уже другой разговор, совершенно другие цифры. Поэтому на данный момент, мне кажется, из стритовых тачек, ну вот настало то время, когда все кончилось. Да. И, в принципе-то, Рыксу можно до сих пор за 250-280 купить кузов, да. И дальше продолжить воевать со всей этой историей. Слушай, ну, вообще, я как бы такой, да, я против всяких свапов, но когда я ударился вот именно в тему, какой же мотор сюда поставить, угу. Кроме родного, потому что, ну, откровенно говоря, угу. Ну, оно не едет, вообще, ну, никуда не едет. 230 сил до компрессора. Да, типа, я пришел к тому, что джезик реально неплохой вариант, но нужно переносить максимально вес, короче, с капотного пространства, да. Убирать его. Не обязательно назад, просто куда-то, может быть, там в базу, там в салон, ну, да, еще что-то делать, ну, кроме радиатора же, можно еще там... Конечно, конечно. И, ну, вот этот кузов, это шасси на нормальном, надежном, мощном моторе, это будет топ. Правда, 12.5.1 и на улице ты не поедешь уже на этом деле, но, блин. Ну, посмотрите, ну, посмотрите, ребята, на мою вышку. Что вы знаете о 12.5.1? А я на номерах до сих пор. Ну, так, ну, она тоже на номерах. Мне везет, мне везет просто. Нормально. А компрессор не является переделкой. Ну, можно отыграть. Можно, можно. Да, его снять можно. Да, его можно снять и отыграть. Да. Так что вот такие дела, дамы и господа. Обязательно лайк, подписка, ну, знаете, колокольчики, все вот эти дела. Да.